Миграционные полицейские региона подвели итоги работы за первое полугодие. Как было отмечено, сотрудники управления в соответствии с законом страны устанавливают лиц без документов, производят процедуру определения гражданства. Важно отметить, что на территории региона зарегистрировано пребывание 15 тысяч иностранцев, из которых 10 тысяч временно пребывающих и 5 тысяч постоянно проживающих. Наибольшее число иностранцев наблюдается в городе Актобе, а также Хромтауском, Алгинском, Мартукском и Мугалжарском районах. За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 800 лиц в той части иностранцев и граждан Республики Казахстан. В основном нарушение миграционного законодательства – это статья 517 КУАП РК, то есть не уклонение своевременного выезда, либо не своевременное уведомление органов внутренних дел о пребывающем иностранце на территории Республики Казахстан, либо путем подворных обходов, где осуществляют незаконную трудовую деятельность, где в последующем привлекается к административной ответственности и направляется в административный суд. Подразделениями управления миграционной службы Департамента полиции Актюбинской области проделана определенная работа по обеспечению качественного и своевременного оказания государственных услуг населению, где оказано более 100 тысяч государственных услуг.